472 человека погибло на дорогах области. Все они стали жертвами аварии. Страшная цифра депутатов впечатлила. Почему в Южном Казахстане дорога уносит так много жизней, решили спросить у начальника дорожной полиции. Главный дорожный полицейский отвечает, из 100% аварий 80% совершают водители пассажирского транспорта. Начальник управления дорожной полиции даже попросил помощи. Междугородние автобусы выезжают из Туркестана, Махтарала и Сарагаша. Они все частные и выезжают из своих домов. Не всегда удается их проверить. У вас более 400 сотрудников, и вы опять говорите, что не хватает инспектора. Вы еще хотите, чтобы мы пополнили вам штат? В чем проблема? Почему на дорогах порядка нет? Вместо того, чтобы работать, ваши сотрудники в кустах сидят. Слова полицейского подтверждает и отчет начальника управления транспорта и автомобильных дорог. В борьбе с водителями междугородних автобусов практически бессилен его департамент. Мы провели рейды, выявили нарушителей, незаконно занимающихся перевозкой пассажиров, наложили штрафы на 2 миллиона тенге. Впрочем, под конец совещания полицейский все же пообещал депутата навести порядок на дорогах области. Правда, когда это случится, не уточнил.